Теперь еще один вариант. Растительные овечки Долли. Овечка Долли, знаете, это выращенная без мужской клетки, выращенная эта самая копия овцы, которая долго не прожила. И слово овечки Долли стало нарицательным. Так вот, растительные овечки Долли, вот они, я просто уже для количества. Вот смотрите, знаете, скажите, из них что-нибудь путь не вырастет? А? Посмотрите внимательно. Внимательно, внимательно. Вот. А вот это вот тоже полуовечка Долли. То, что вы видели в саду у белоруса. То есть мы не видели. Я не стал открывать. И ничего против не имею. У него прекрасный сад. Вот. Крупными, предельно крупные, красивые яблоки, которые, ну, скажем, красивее моих сенцевых. У них сенцевые не хуже. Но тут, понимаете, как получается. Я вынужден вам сказать одну вещь. Вот здесь вот перед вами, а это мы же с вами элита, мы должны, обязаны это знать. Потому что ну, они не пишут про это в газетах, журналах, в этих самых телевизионных передачах, в ссылках нигде вы не найдете, ни в Ютубах, ни в Яндексе. Нигде нет. Только вы знаете об этом. Вот это перед вами обычное, но самое главное происхождение обычное, клоновый подвой, выращенный из палки, достаточно взрослый, согласитесь. Естественно, привил на нее, корни вырастило, выкопали, привили, посадили. И сразу, практически на второй, третий год плодоношения. Но сразу оговариваюсь. Но и мои-то вот эти корневые отводки, да, и вот это вот тоже первый же год покрывается цветущими почками. Преимущества я не вижу. Преимущество может быть только перед сеянцевыми. Тут да, спору нет. Вот. Но те привиты, мои привиты. А вот то, что выросло вот здесь, одно и то же. Об этом никто, кроме нас, с вами еще не знает. Вот эти корни выросли не законным путем, не из зародыша, подчеркиваю, зародыша. Зародыш – это святое, это наше. Потому что мы любители, и мы работаем только с семенами подвоенными и зародышами. А это выращено из клетки. Вот это, родственники, вот это из клетки. Но здесь полный набор хромосом. Ой, какой он полный. Это я уже по Фрейду. Он и так не полный, но зато у него есть и корона, и корни. Так? А здесь что могло вырасти? Только то, что могло. То есть, если там выше раз пошли корни, там есть еще крона. И все это из клеток. Вот это не из зародыша. И вот это из клеток. Это родственники. Вот. Не прямые, но все-таки родственники. Но здесь целиком. А здесь используется возможность сохранения жизни на земле, сохранение вида. Понимаете, катаклизм? Ну, нет семян, ну, замерзли. Какой-то огрызок взял и пророс. Вот эта способность, которая не учитывается, наука, которая называется дарвинизм, которая нас ставит на совсем высокую пьедестал нас, что мы божественное создание, а мы не из грязной лужи. Потому что вот этой способностью из клетки. Вот, по теории вероятности ноль не могло образоваться. Когда каждая клетка – это дерево, вернее, растение. Понимаете, я отвлекаюсь немножко. Но вы должны понимать, наше дело – семена. Вот это я донес до вас. Когда-то это перейдет уже в хрестоматии, в новые учебники, в настоящие учебники. Вот. Вот это важно знать. И это не наш путь. Да, промышленный путь.